Здравствуйте, это компания Viva Telecom, и мы сегодня будем знакомить вас с радиостанциями от компании Retevis. Называется модель RT3S. Эта станция может работать как в аналоговом режиме, так и в цифровом DMR. И она может работать сразу в двух диапазонах частот, 136-174 и 400-480 МГц. 5 Вт выходной мощности у нее заявлено, 2000 мАч емкость аккумулятора встроенного. Антенна должна быть достаточно неплохой, мы уже предварительно посмотрели. И обладает станция цветным дисплеем и ручным вводом частот. Ну, то есть, есть и канальный режим, конечно, мы в программном обеспечении на этом остановимся. И есть ручной ввод. Также есть модификация с GPS-приемником встроенным и без. Соответственно, по стоимости они чуть отличаются. Я ссылку на магазин AliExpress от Retevis вам в описании видео дам. Благодарим компанию Retevis за предоставленные образцы. Будет интересно посмотреть, что это за модель такая. Она достаточно популярна. Многие пользователи в комментариях о ней писали. Вот мы и решили ее тоже взять на обзор. Так, ну, начинаем, как обычно, тогда с комплектации. Подписывайтесь на канал, кому наши видео интересны. Наша цель – достичь 100 тысяч подписчиков. И фактически четверть мы данной цели уже достигли. Начинаем. Так, смотрим комплектацию. Станция поставляется в такой цветной коробке. В комплекте идет следующее. Инструкция на английском языке достаточно объемная, так как станция обладает большим количеством функций. Так, вот такая клипса на пояс с креплением металлическим. Далее идет сетевой адаптер для питания от сети 220 вольт. Ток у него до 500 миллиампер. Так, давайте я вам продемонстрирую. Да, 12 вольт выходное напряжение, 500 миллиампер максимальный ток. Далее стаканчик зарядного устройства идет. Я покажу, как индикация осуществляется заряженной батареи. На выходе 8,4 вольта на клеммах. Распечатывать не буду. Так, дальше идет сама станция. Идет вот такая антенна. Длиной она сейчас мы замерим. Давайте, сколько она у нас длиной. Так, и она у нас 16,3 миллиметра. Рассчитана она сразу на два диапазона частот. Ну и вставка по качеству данной антенны будет позже. Также в комплекте идет литий-ионная батарея емкостью 2000 мАч. Тоже нет причин не доверять Retevis. Они обычно по емкости не обманывают, поэтому будем использовать данные, указанные на наклейке, то есть 2000 мАч емкость, 7,4 на клеммах. Ну и сама, соответственно, станция. Сейчас посмотрим ее конструкцию. Так, ну по конструкции все классически выглядит. То есть есть полноразмерная клавиатура, есть цветной дисплей. Разъем аксессуарный, совместимый с радиостанциями Kenwood. Но шнурок, обратите внимание, я тоже скажу в части ПО. Там, допустим, от RT3S и от RT81 кабели разные. Поэтому обратите на это внимание. Если будете программировать станцию с компьютера, то лучше заказать кабель именно для этой станции. Сверху у нас расположен антенный разъем SMA
розетка, что хорошо, выбор антенн больше с таким разъемом. Переключатель многофункциональный, регулятор громкости и он же включение. Ну и индикатор работы. Так, слева у нас располагается кнопка передачи и две программируемые клавиши. Тоже в части ПО мы затронем и эту тему, какие можно функции назначить на данной кнопке. Так, теперь влагозащита, я насколько помню, не заявлена у данной станции, но смотрите, контакты все, в общем-то, закрыты резинкой, и примыкание люфта я никакого аккумулятора с телом радиостанции не наблюдаю, поэтому IP54, по крайней мере, я думаю, она должна соответствовать, потому что здесь достаточно плотно резинка примыкает, но не фиксируется винтом, как на некоторых станциях. Ну вот таким образом станция выглядит. Переходим тогда к управлению. Переходим к управлению. Станция обладает полноразмерной клавиатурой. К сожалению, быстрого доступа к функциям нет. На клавиши нанесены символы английского алфавита для набора, например, текстовых сообщений. Также станция обладает цветным дисплеем. Я специально станцию пока не включил, чтобы вам продемонстрировать время загрузки, так как станция цифровая, у некоторых станций бывает это время достаточно продолжительным. Включаю. Ну, как вы видите, буквально секунд 5 понадобилось на включение станции в рабочий режим. Смотрите, я вам сейчас демонстрирую режим VFO, то есть, например, 138 МГц ровно, то есть поддерживается прямой ввод частот. Соответственно, также вы можете переключиться в режим только работы с каналами. Давайте я сразу тогда с этого начну. Так, где тут у нас мод? А мод недоступен, пока мы в режиме VFO. Смотрите, переключение в режим памяти осуществляется красной кнопкой правой, длительное нажатие. Переключается в режим памяти. И вот этот индикатор означает цифровой digital, либо аналоговый режим работы. Теперь смотрите, заходим. Ну давайте я сразу покажу вам отключение второго канала. Краткое нажатие на красную кнопку отключает второй канал. Но вот, к сожалению, работать только с одним каналом нельзя. То есть всегда отображаются именно два канала сразу. И, соответственно, смотрите, мы из зоны второй или из второй зоны убрали все каналы, и, соответственно, пишется, что каналы не запрограммированы, но часть этой зоны станция отображает. Так, теперь давайте я перехожу тогда в режим радиосеттинг и показываю вам, что можно отображать вот режим мод, либо канальный режим, либо режим памяти. И когда режим памяти доступен, он же позволяет и переходить в режим VFO. Если вы находитесь в канальном режиме, то в VFO вы уже не перейдете. Так, давайте я расскажу про кнопки. Их мы назначили, соответственно, на отключение шумоподавителя в аналоговом режиме и на перебор мощности. Верхнюю кнопку мы назначили. То есть вот на дисплее отображается L – низкая мощность, M – средняя и H – высокая мощность. Так, также есть часы и дата отображения по умолчанию. Режим индикатор батареи, прямой канал
не через репитер работа, соответственно. Значение щита, кстати, у нас ключ сейчас не подключен, но в цифровом режиме почему-то щит вот этот отображается на дисплее. Если есть GPS задан на канале, включен, то отображается вот такой символ. В данном случае он показывает, что сигнал GPS не принят. Мы находимся в середине здания. Соответственно, если к окну поднести, я вам потом позже продемонстрирую, что даже возле окна в здании станция координаты принимает. Так, аналоговый канал, соответственно, вот отключение шумодава. Чтобы переключиться на второй канал, нужно нажать кнопку вверх или вниз. Но у нас в данном случае зона не запрограммирована и режим канальный, соответственно, мы переключиться не можем. Вот на этом канале я вам, давайте, на этой станции продемонстрирую. Здесь вторая зона запрограммирована, соответственно, переключение есть. Ну и в режиме VFO, естественно, вы тоже переключаетесь. Символ A означает аналоговый режим, символ D означает режим цифровой. Так, теперь давайте я покажу вам меню. Некоторые функции меню можно отключить через программное обеспечение, но мы максимально постарались все включить. Соответственно, можно программировать включение, ну, в смысле, можно включить возможность программирования канала и здесь задавать частоты приема передачи, название канала, ограничение времени работы на передачу, CTCSS, DCS-коды. Так, добавить можно канал, кстати, что плюс. В некоторых станциях это сделать невозможно, а только редактировать каналы. Соответственно, да, здесь хорошо. Можно color-код запрограммировать, тайм-слот сразу, вокс включить, отключить и отрегулировать уровень микрофона. Так, и это у нас был канал аналоговый. Давайте на цифре. Но хотя, видите, оно здесь получается, можно программировать. Странно. Вот сюда вот надо зайти. Почему-то дается возможность и на аналоговом канале регулировать тайм-слоты сразу. Вот. Зато на цифровых каналах, видите, TX, то есть контакт на передачу, группу на передачу можно редактировать. И группу приемную, я так понимаю, можно редактировать. Так, ну давайте тогда последовательно пойдем сначала в радио. Или давайте даже с верхнего уровня меню начнем. Это у нас канал цифровой. Контакты, сканирование, зона, выборы, выбор зоны. Так, это сообщения текстовые, это лог вызовов и, соответственно, дополнительные настройки и работа с GPS. Ну, GPS я, в принципе, вам отдельно сниму, тогда посмотрите. Ну и в программе, опять же, будет описание GPS. Так, ну давайте заходим в утилиты тогда. Здесь программ радио я вам уже показал. Радио инфо – это информация о станции. Радио сеттинг. Давайте здесь мы покажем, что есть. Так, ну тут что интересно, выбор мощности можно сразу со станции регулировать, подсветка, шумоподавитель на единичке у нас стоит специально для измерения чувствительности, интроскрин — это режим экрана при загрузке, мы текстовые данные сюда поставили, блокировка клавиатуры, можно LED-индикаторы все отключить. Можно, кстати, по паролям тоже в программном обеспечении я покажу, есть возможность запаролить станцию даже на включение. Можно отредактировать часы. Вот это интересная функция, 10-я запись, да, тоже отдельно на этом остановимся. То есть у станции есть память и можно писать переговоры, но только в цифровом режиме, имейте в виду, в аналоге она не пишет. Так, ну мод я вам уже показывал, это либо режим канальный, либо
память и VFO. Так, это голосовые уведомления, это вызов, индивидуальные или персональные вызовы поддерживаются, это групповые вызовы, это выход из меню, я так понимаю, да, 10 секунд стоит по умолчанию. Так, TX-мод, это куда мы будем, нажимая на кнопку передачи, передавать. Так, ну и режим мониторинга, который у нас назначен на кнопку. В общем-то, все, да, по меню, я так понимаю. Да, это вот номер станции, это версия. Давайте версию я вам продемонстрирую. Ну, то есть, все управляется достаточно гибко. И проблем я с управлением особых не вижу. По GPS я потом позже в выводах скажу. Есть один недостаток. Но по записи я вам продемонстрирую тогда попозже. Так, давайте познакомимся с программой для программирования радиостанции RT3S. В данном случае версия у нас GPS, но можно скачать, соответственно, с сайта Retevis отдельную программу и для станций без GPS, то есть их две разных программы. Также вам, скорее всего, понадобится драйвер для определения станции в системе. Шнурок используется двухштырьковый по разъему, похож на Kenwood, но оборудование в диспетчере устройств возникает вот такое: STM Device in DFU Mode. Имейте это в виду, что стандартный шнурок Kenwood может не подойти. Теперь по поводу самой программы. Это вот основные настройки, то есть режим сохранения энергии включен по умолчанию. Здесь же, обратите внимание, есть пароль на включение, есть голосовые уведомления на английском языке. Далее здесь вы можете включить, задать точнее идентификатор данной станции. Дальше переключить режим сразу из VFO в частотный. Здесь также можно отображать частоты либо каналы, если вам это необходимо. Ну и, в общем-то, все, в принципе. Вот в этом окне больше ничего интересного я не вижу. Чувствительность Фокса тоже здесь задается. Так, дальше по поводу определения кнопок. Вот список я вам демонстрирую. Две кнопки, соответственно, на длительное и на короткое нажатие можно запрограммировать функции. Список можете посмотреть. Дальше давайте тогда я, наверное, покажу вам ключи. То есть в данной станции два уровня шифрования, либо простой ключ из четырех символов в 16-ричном формате, соответственно, это 16-битные ключи задаются, либо расширенные. Здесь 32 также символа в 16-ричном формате, соответственно, 128 бит вы можете задать. Так, по поводу, ну, зона, понятно, что вы можете назначить каналы в любую зону, какие каналы запрограммировали. Еще по поводу каналов давайте я вам покажу. То есть можно программировать, во-первых, да, смотрите, я специально оставил пока заводские частоты, давайте я вам все их продемонстрирую. Вот аналоговый канал также задан в станции. Ну и вот на цифровом канале, соответственно, вы задаете таймслот, color code. GPS-систему сейчас мы к этому вернемся. На каждом канале можно передавать GPS-информацию и принимать. Так, мощность выбирается. Три уровня мощности, точнее, вот она здесь.
Также можно выбрать шумоподавителя порог на каждом канале, что тоже полезно, в принципе, для аналоговых каналов. Ну и по поводу шифрования тоже выбирается либо базовый ключ, либо расширенный, и, соответственно, дальше уже из сохраненных там в списке ключей Privacy Setting вы выбираете этот ключ, который создали. Теперь по поводу VFO давайте я тоже вам покажу. Соответственно, вы можете задать здесь частоты, также и для VFO режима, для VFO-A и для VFO-B. И, ну, DTMF давайте я тоже вам продемонстрирую. То есть можно создавать DTMF по ссылке, если вам это нужно в программе, но и по GPS. Вот сколько здесь? 16 разновидностей можно задать. Не знаю, зачем так много. Передавать на каком канале, либо на текущем канале, либо на каком-то из созданных каналов отдельно вы можете это делать. Далее интервал в секундах по передаче GPS-координат и какому будет в цифровом режиме контакту передаваться данные координаты. Тоже выбирается здесь. Ну, у нас контакт один создан, соответственно, выбирается один. Ну, вот такая программа, в принципе, ничего сложного в ней нет, поэтому, если будут вопросы, задавайте. Закончим на этом. Проверяем выходную мощность. Поставим шкалу всю 10 ватт. Риски сверху, сами цифры снизу. Мощность стоит, соответственно, высокая, как вы видите, аж горит. Канал аналоговый 434 мегагерца. Смотрим, так, включим сначала приборчик. Так, смотрим выходную мощность, сначала высокий уровень. Так, 4,8. Так, теперь низкий уровень. 1,3 примерно. Так, и средний уровень. 2,3. Так, смотрите, по поводу GPS. Вот она у нас в здании приняла. Антенна ей не нужна для приема GPS-сигналов. Принимает она, видимо, на встроенную антенну GPS в корпусе станции. Так, смотрим. Вот они, координаты текущие. Ну, то есть сейчас еще проверим, как эта станция передаст данные координаты на вторую аналогичную станцию. В настройках программного обеспечения вы видели, что, ну, каким образом настраивается канал передачи GPS. Пока, как видите, принятых сигналов с координатами не было. Так, ну и смотрите, вот на этой станции сигнал GPS принят. Здесь, смотрите, мы передали на канале, соответственно, который настроен на передачу GPS. Так, передали данные координаты, смотрим. Смотрим, каким образом. Вот видите, значок принимаемого GPS есть. Передаем на канале GPS. Так, сейчас я вам покажу. Канал GPS тоже включен. Здесь еще, как видите, не принимается сигнал. Передаем.
Вот они координаты, переданы в данную станцию на данном канале. Так, давайте будем смотреть токи потребления радиостанции. В выключенном режиме она потребляет 51 микроампер. Соответственно, смело можете оставлять станцию с подключенным аккумулятором. Не будет саморазряда фактически. Так, давайте я включаю тогда станцию. 5. Так, пятый канал. Надо посмотреть. 1. Давайте я на первый канал тогда аналоговый подключусь и отключу пока второй канал. То есть слежение сейчас за одним каналом у нас в аналоговом режиме. Функция сохранения энергии аккумулятора включена, как помните из программы. Поэтому сейчас мы дождемся начала его работы, там сколько, 5 секунд, по-моему, стояло, да? И сбросим показания, будем тогда смотреть, сколько станция потребляет. Но вот что-то она прилично потребляет, конечно. Но, понятное дело, имея дисплей, два диапазона, цифровой и аналоговый режим, она будет потреблять, конечно же, немало. Это ясно. Так, ну давайте я еще раз сбрасываю и ждем 60 сэмплов. Так, да. Пока, подождите. Проблема, знаете, в чем? Включена подсветка постоянная. Сейчас я ее отключу. Так, не замкнуть бы только контакты. Это с подсветкой она так много кушает. Так, все. Подсветка сейчас отключится. Так, вот, подсветка отключилась. Так. Еще раз тогда сбрасываю. И смотрим. Ну вот, уже поменьше потребления теперь. Ждем 60 сэмплов. Так, ну вот, 60 сэмплов мы выждали. Станция потребляет стабильный ток. То есть, как будто и режим сохранения энергии не включается. То есть, 93-94, ну, 93 в среднем миллиампера она потребляет. Что, конечно, достаточно много. Так, дальше смотрим. Давайте я переключусь на цифровой канал. Тогда посмотрим на цифры, сколько будет станция кушать. Также слежение за одним каналом пока. Так, подсветка вот работает. Сейчас вот она выключилась. Давайте я тоже сбрасываю тогда показания и ждем снова 60 сэмплов еще в цифровом. Так, ну смотрите, никакой экономии в цифре нет. 93, грубо говоря, да, мы запишем. Странно, почему режим экономии энергии не включается, хотя в меню он был установлен и запрограммирована станция была с этим режимом. Так, теперь будем проверять на аналоговом канале потребление на полной громкости. Так, включаю полную громкость, проверяем, сбрасываем. Принимаем на радиостанцию RT3S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2. Так, 396 миллиампер, полная громкость. Так, теперь передача на полной мощности. Так, полная мощность включена. Смотрим.
Давайте сброшу даже. Хотя зря, понятное дело, что будет превышение потребления приема. Смотрим. 1,345 тысячных ампера потребление на полной мощности. Так, давайте выясним время работы в цикле 5590 у данной радиостанции. 5% времени передачи, 5 приема на полной громкости, 90% режим ожидания. Так, потребление у нас достаточно высокое, 93 мА, 396 мА прием и 1345 мА передача. Емкость аккумулятора берем заявленную, 2000 мАч. В итоге получаем в аналоговом режиме 19,6 часа, что, конечно, маловато. Но в цифре потребление в дежурном режиме такое же, поэтому сильного прироста в работе вы не получите. Только в том случае, если очень много работаете на передачу, тут потребление будет меньше, чем в аналоге, потому что работа происходит тайм-слотами. Ну, в общем, по этому параметру, да, станция не очень, но тут удивляться не приходится. И цветной дисплей, и два диапазона, как я уже сказал, и цифры, и аналог потребляют станция много. Так, измеряем чувствительность на частоте 434 МГц. FM-модуляция, естественно, аналоговый канал. Шумоподавитель на единичке у нас стоит. Я уже демонстрировал в меню вам, надеюсь, поверите. Так, модуляцию включаю, высокочастотный выход включаю, амплитуду увеличиваю. Минус 125 dBm. Хорошо, так, теперь давайте избирательностью теперь заниматься. На монтаже уже только увидели, что не проверили чувствительность в нижнем диапазоне частот на 145 МГц. Но смысла особого и не видим. Сейчас современные чипы, построенные, ну или которые используют приемники, нет разбега между диапазоном 70 сантиметров и 2 метра, поэтому если посмотреть таблицу с измеренными значениями, там расхождений не будет, поэтому и не стали даже к этому возвращаться, то есть чувствительность в нижнем диапазоне наверняка у данной станции будет тоже хорошая. Мы тогда уже потом без ролика замерим чувствительность в диапазоне 2-метровом и внесем в таблицу с измеренными данными. Так, избирательность. Давайте я частоту тогда на 10 кГц отступаю. С минус 125 будем отсчитывать избирательность по соседнему каналу, также в аналоговом, естественно, режиме. Смотрим, что у нас будет с избирательностью. Так, минус 125, да, было. На 10 кГц мы отступили помехой. Так, минус 98, да, 27 единиц. Но тут удивляться не приходится, станция цифровая, построенная на чипе прямого преобразования приемник, поэтому, конечно, избирательность по соседнему каналу будет невысокой, но, опять же, покупая цифровую станцию, естественно, вы подразумеваете работу именно в цифре, поэтому на аналоговую помеху смысла обращать внимание особо нет, а в цифре, естественно, помеха приниматься не будет, потому что там нужны и другие данные, то есть и таймслот, и группа вызова, и колор-код, поэтому, естественно, принимать помеху стороннюю на цифровом канале вы не будете. Так, ну давайте еще отстроимся на 15 кГц, посмотрим, что будет здесь. Минус 79, 21 и 25.
46 единиц на 15 кГц. Так, давайте замерим тогда громкость динамика и продемонстрируем прием заодно, да? Так, опять она что-то принимает у нас на втором канале. Кстати, я показывал, да, вам, как отключается прием второго канала. Краткое нажатие на кнопку красную. Так, на 434 кто-то работает, но немножко помешаем им сейчас. Ну, я на малой мощности буду излучать. Так, фиксируем тогда максимальное значение. Смотрим. Принимаем на радиостанцию Retevis RT3S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь цифровой режим. Также проверяем громкость и демонстрируем прием. Принимаем на радиостанцию Retevis RT3S в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну и давайте по поводу задержки тоже посмотрим. Раз, 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 два, раз, два, три. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Но, в принципе, задержки я не вижу здесь, все нормально с этим. Не сразу, правда, станция включается на передачу. Я вот сейчас, смотрите, жму кнопку. Ну, то есть, начало разговора немножко с запаздыванием, где-то около 1 секунды. Но зато в течение разговора потом задержки нет. Передаем с радиостанции Retevis RT3S в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Retevis RT3S в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, демонстрируем функцию записи. Я включил ее, она уже включена, как видите, на аналоговом канале она даже не отображается. Здесь вот появляется значок внизу, если запись включена, функция записи. Давайте демонстрируем на цифровом канале, как она будет у нас записывать. Сейчас я мощность переключу и смотрим. Раз, два, три. Проверка записи радиостанции Retevis RT3S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, а записанную информацию можно посмотреть в следующем меню. То есть заходим в меню Call Log, 4 пункт Record, и вот у нас здесь записанные сообщения, то есть по дате не отображаются, у нас дата стоит неправильно, поэтому вот эта запись, которую мы с вами записали. Так, заходим в нее и, соответственно, мы можем посмотреть дату, время, record time, то есть 9 секунд записи у нас было, и можем ее, естественно, кто передал нам сообщение это. 1, 2, 3, 4 был идентификатор его, кому предназначалось сообщение, контакт. 1, группа. И можем воспроизвести. Проверка записи радиостанции Retevis RT3S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну вот, все, в общем, по записи тоже работает, что впечатляет, отлично. То есть не нужно никакую сим-карту, в смысле SD-карту ставить, ее здесь нет слота, пишется все во внутреннюю память. По данным, посмотрите на сайте, я не смотрел, какое количество времени обещает производитель для записи. Так, смотрите, параметры штатной антенны. Антенна действительно работает в двух диапазонах частот, причем в нижнем диапазоне фактически идеально. То есть на 143
2,6 МГц КСВ она имеет 1,6. И на 400 МГц минимальное КСВ на 434-400. И здесь значение равно 1,44. И сопротивление на втором маркере, ну то есть на 400 МГц 63 Ома. Так, давайте я выберу маркер номер 1. И здесь сопротивление у нас 47,8 Ома. Ну то есть антенна отлично настроена, к ней претензий никаких нет. То есть менять, если только на какую-то более длинную тогда, потому что так она работает, будет работать эффективно. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанциям Retevis RT3S. Нам станция в целом понравилась. Давайте начнем, как обычно, тогда с недостатков. По поводу GPS я обещал сказать. Смотрите, она не сохраняет историю GPS, да? То есть есть RX GPS в меню называется, ну то есть принятые координаты, да, от других станций, но вот она, когда мы передаем со станции координаты, она принимает и там отображает некоторое время, но потом эту историю она очищает, а хотелось бы, чтобы последние принятые координаты она, ну там, помечала со временем, например, и оставляла хотя бы последнюю точку, чтобы знать, когда были координаты переданы, но там же все очищается, и это... Ну, такой программный недостаток, естественно, это можно решить. Мы сообщим производителю об этом нюансе. Хотелось бы все-таки эту точку последнюю оставлять. Дальше, из недостатков потребление достаточно высокое, да, но здесь, опять же, удивляться нечему. Цветной дисплей, два диапазона, цифра и аналог, поэтому потреблять она, конечно, будет много. Хотелось бы, конечно, батарею в итоге побольше, не 2000 мАч, пусть станция будет потолще и потяжелее, но чтобы работала она подольше. Ну и хотелось бы получить либо на телестанции, либо на аккумуляторе порт USB, так как станцию придется заряжать достаточно часто, но было бы неплохо иметь порт, да. Ну и третий недостаток – избирательность по соседнему каналу в аналоговом режиме. Но я тоже об этом уже говорил. Покупая такую станцию, естественно, вы, скорее всего, будете использовать ее в цифре, поэтому это не особо актуально. Теперь по поводу плюсов. Шифрование есть на цифровых каналах, что хорошо. Прямой ввод есть и в том, и в другом диапазоне. И также вы можете перейти в канальный режим, если вам этого не нужно. Дальше, отличная штатная антенна в комплекте, нам понравилась она, тоже вставка была. Запись голоса, я, кстати, посмотрел в документации, до 8 часов 3000 каналов позволяет... Не знаю, правда, зачем они указали 3000 каналов, при этом до 8 часов записи, в общем, в цифровом режиме можно записывать голоса, что, конечно, плюс. Дальше, передача координат GPS тоже я продемонстрировал, передаются координаты, и приемник достаточно GPS-чувствительный, потому что принимает даже в здании координаты и достаточно быстро. Все, по чувствительности проблем нет, по мощности выходной тоже, по громкости динамика тоже достаточно, поэтому в остальном станция хороша. То есть мы, ну я не знаю, я, наверное, даже ей 5 поставлю, все отлично, никаких каких-то прямо существенных недостатков или недоработок я не нашел в данной станции. Единственное, может быть, еще по программному обеспечению придется выбрать именно ту версию, которая вам нужна, GPS или нет, и с драйвером могут быть проблемы, то есть понадобится, скорее всего, обязательно его установка, но это тоже нюансы, это не недостаток. Ну и кабель, опять же, понадобится именно к этой станции, скорее всего, обычный от Kenwood не подойдет.
Все, пятерку станция получает. Никаких мы существенных недостатков в ней не обнаружили. Нам она понравилась. По поводу, кстати, управления тоже сначала мне показалось оно неудобным, но, в общем-то, все быстро в итоге можно отрегулировать под свои нужды, поэтому тоже, ну, буквально за день я к станции привык, поэтому здесь тоже к недостаткам это относить не будем. Все достаточно хорошо работает. Все, на этом тогда закончим. Кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.